Здравствуйте, меня зовут Тимур. Я учусь в дата-центр в изучении компьютера. Или же, как говорится на узбекском, компьютер саватханлиге. Я начал увлекаться компьютерами еще в 6 лет. Вот недавно только узнал о дата-центре и решил попробовать, как я тут продержусь. Ну, оказывается, тут ничего нет сложного. И главное вникать с первого урока, и тогда все пойдет плавно. Я раньше боялся, думал, что у меня ничего не получится. Слишком боялся, но теперь я знаю, что я на все способен. И я уверен в себе, что я закончу этот курс на отлично. После прихода мы начали изучать компьютер, то есть основные его части. Это у нас кейс, монитор и клавиатура, ну, самое основное. Потом потихоньку мы начали уже настройки. После настроек идет командная строка. Вот, на 11 уроке мы его успешно закончили. Сейчас мы перешли ко второму месяцу. За один месяц изменилось почти все. Вначале все было хорошо. Я тоже там слегка понимал, что да как, к чему. Потом я начал узнавать для себя новое. То еще, чего не знал. Вот, теперь мои знания стали намного больше. Я знаю почти что все о компьютерах. Да. Уроки познавательные, интересные. Главное, то, что учитель сам тоже интересный. Объясняет он хорошо. Быстро можно понять, о чем он говорит. Ну, на уроках весело. Познаешь новое, открываешь для себя новое. Я рад, что мне попался именно этот учитель. Первый раз сюда еще пришел. Я думал, что это укромное заведение. То, что там 2-3 комнатки для изучения компьютера и всего остального. Но когда пришел, я переубедился в этом, так как увидел всю эту красоту. Не знал, что тут настолько хорошо. По большей части я увлекаюсь компьютерами, видеомонтажем через приложение CapCut. Как-то умею делать монтаж, но не слишком, чтобы так профессионально. А затем в создание игр. Думаю, после окончания этого курса пойду в видеомонтаж. Да, в свободное время я занимаюсь только учебой. Я думаю, что если бы вот этого всего бы не было, не было бы школ, не было учебных заведений, то мое будущее было бы ничем, было бы просто пустотой. Я был бы безграмотным, ничего не умел, был бы безработным. А благодаря дате-центр я начала более или менее уже все распознавать. Я думаю, что после того, как окончу все желающие мои курсы, я могу свободно пойти в любую работу. Ну, для начала хотелось бы на хорошую работу, потом завести семью. На этом все. Главное, чтобы у меня была хорошая работа и хорошая жена. На остальном все.